потому что не устала. Ведь вообще. Давай, пройдемся за мной. Ну, у вас еще по определенному строительству. Диагноз понятен, ничего не понятно. Так вот, почему в итоге-то основным стала неврология? Да не основным, а с чего это? Это потому миф. Что везде написано сотников невролог. Да это миф. Это миф вообще. Нет никакой невролога. Я никогда не говорил, что я невролог. У меня диссертация вообще по вертебрологии, но... У вас на сайте написано, что вы невролог. Ну, написали, надо было. Да какой я никогда не позиционировал себя как один только невролог. Никогда этого не было. Хорошо. Если посмотреть по выступлениям, там, заворот желудка, там, не знаю, шунты, там, блин, вообще, все, что будет. А ортопедия, вчера у меня было две ортопедии, ну, были крайние чашки и ПКС. Хорошо, но в основном хирургия. Сотников хирург. Нет. Это просто интенсивный способ терапии. То есть есть просто лечение, оно может быть более интенсивное, менее интенсивное. Тогда сотников врач общей практики? Конечно. И хирург. Просто врач. Сейчас у вас много специалистов узких, разных направленностей. Ну да. Почему вы до сих пор занимаетесь тем, чем могут заниматься они? Чтобы широко мыслить. Узкий врач, он смотрит вот через щелку, а широкий врач смотрит вот так, видит гораздо больше. А вы так считаете только про себя или про своих врачей тоже? Ну, все. Это просто такой вариант мышления человека. Если человек он узкий, то есть у него взгляд узкий. А мир широкий. То есть мне не хватает, даже занимаясь всем, мне реально не хватает знаний. Я слушаю лекцию, когда попадаю, да, там, и что там, по эндокринологии, по дерматологии, еще любые вообще все подряд. Более того, я могу сказать, что более того, очень сильно помогают знания, связанные вообще не с, не с ветеринарией. То есть, например, я закончил курсы по техническому дайвингу. Из-за того, что я закончил курсы по техническому дайвингу, я понимаю, что вот этот катетер, который подносит к кошке вот на таком расстоянии, и который якобы дышит кислородом, полная фигня. То есть полная ересь, потому что у меня есть датчик кислорода, да, то есть я понимаю, как им мерить, да, то есть, и поэтому я четко понимаю, что на расстоянии там, сантиметр от носа у кошки этот катетер, который якобы подает кислород, это полная ерунда. Но это знания связаны вообще из другой области. А если пациент приходит, и они говорят, мы хотим к Сотникову, больше никому не хотим, ну, а проблема не ваша, ну, можно отправить к другому врачу. Ну, можно, ну, можно же проконтролировать. Они же приходят, почему? Потому что они хотят контроля. То есть они из-за этого, в большей части. Если я отправляю там терапевту, да, ну... То они доверяют, что, значит, если вы отправили, да, то, значит, все нормально. Да, ну, потому что я могу проконтролировать. А как думаете, они приходят, потому что Сотников известный врач или потому что Сотников руководитель? Да, много приходит, потому что кого-то я раньше вылечил. На самом деле, много очень приходит тех, которых я вылечил раньше. Вот сейчас на прошлой смене была собака с черепно-мозговой травмой, выбрался мужичок, то есть она не умерла, но сейчас она пришла, потому что у нее болезнь диска. То есть там 5 или 6 лет назад я ей прооперировал, удалил гематому из головы, ну, так как я удалил гематому, они мне доверяют в плане шеи, потому что они видят свою собаку, что она осталась живая, ну и так далее. То есть, очень многие так приходят еще, ну потому что сами видели, потому что накоплен опыт большой. У вас много постоянных пациентов? Ну, есть, да, есть много. Они вам вообще с вами общаются, если животное не болеет? Большинство нет. Большинство не общается. Он приходит, когда... Обращаются, когда? Когда есть какая-то проблема реальная. Да. А со мной общаются ваши пациенты, когда они не болеют. И спрашивают какие-то советы ваши пациенты. Да. У меня. Просто типа, можно ли вакцинироваться, не посоветуете ли нам обработку ТУ всю? Просто они мне не стесняются, может быть, написать, отвлечь меня. Ну, потому что тебе проще написать.
Сегодня мы уже прооперировали двух пациентов. У одного была опухоль головного мозга. Она была очень сложная. Она находилась под продолговатым мозгом. Выходила из желудочка, прям из левого желудочка бокового, и доходила практически до моста. Удалось ее практически полностью всю удалить. Делали мы эту операцию в два этапа. Первый этап — это был доступ, но так как развилось кровотечение, операцию мы остановили. Подождали в течение 2-3 дней, получилось у нас, 3 суток подождали. И прооперировали сегодня, после этого сделали КТ, все отлично, все замечательно, все удачно. Вторая операция, которая у нас сегодня была, это портосистемный шунт, который тоже удалось очень хорошо закрыть, буквально за 10-15 минут, и вся операция. И, в принципе, вот отличный день. Еще осталось 3 операции, ну и в общем, будем работать дальше.